Пойдем быстренько. Пожарного делаем. Где камень, блядь? Где-то здесь. Блядь, не помню, где камень. Давай, кто быстрее найдет. Я нашел. Вот он, вот он. Я его увидел сверху первый. Тикайте в этого дурака. Будем сумонить земляка моего. Короче, так как твой ФДК бесполезный, не дает бафов в ШП, ты будешь танчить. Красава, что ты в танке. А я в ФДК им баф буду давать. А что, ФДК не вешает болезницы? Нет. ФДК, блядь, бесполезный. Изгарит. Какой? Изгарит протопал. Цедр Ретрик, Трисия, Холли Пау. Ебать, полкидов. Быстренько сейчас это едем. Ну, протопал каски, Цедр кулаки, Трисия Кристи даст. Едем сейчас быстренько на машинах, убиваем этого дурака. Вы меня не сумонили еще. Сумоните, пожалуйста. Да мы сумоним. Я просто заранее говорю. Мне надо на чоппер водит. Мне посреди не отломать. Короче, ну на чоппер так на чоппер. Короче, сделаем пожарного. Три хила, я думаю. Я три хила там изи вообще делать. Я в инспект изи убьем. Главное на обстрел. Могу вообще, могу на одного зайти, еще лучше будет. Так. ДЦ хулипал, Вершан. Нормально должен. Так, что, все суманулись? Так. Чек это сам. Утюга. В изи моде. Ну да, в изи моде. Мне надо без смертей, надо на чопере. Ну без смертей все это дело. Так, вы все. Го без поломок еще сделаем. И без поломок тоже заебись. Без поломок это значит не чиниться, да? Да, да, да. Приезжать на эти вообще никогда. В жизни. Ну погнали. У нас осталось час и 58 минут. Потом 16 там или резкие обычки сходим. Или ВК пятую штуку соберет Шанан или я там. Дань бессмертия, нет, дань бессмертия, блять, хотелось бы сделать 2500 ЕП все-таки. Надо как-то в 6 хилов собраться и ВК пронести без смертей. Да, наверное, плоди нет ошибки. Ну давай так, блять, запустить надо машины эти. А, нажали уже, да, на этого дурака? Будем держать связь по радио, а мы по РК, блять. Каком радио? РК радио такое. Короче, ну, садитесь. Если вы в разрушителе не понимаете ничего, то спросите того, кто понимает. Где машины? Блять. Макгрегор, давай я буду это в пушке, а ты будешь водителем. Давай. Давай сделаем дворфов этих. Там 100 штук. Давай, да, дворфов соло делается в чопере в одном. Я делал. Ну, в 2012-м, что ли. Ездишь просто по площадке, собираешь этих дураков. И... Ну, я вот сделал. Вот с этим быстрым чуваком. С нашей визой. Я его разрушитель делал. Разрушитель делается в два человека. Берется один разрушитель. Мелкий не получится тогда. Смотри, только слышишь чоппер, блядь, вот который уехал. Не агри там до хера вот этого говна. Муньков этих. Это Сашка. А Сашка это кто? Это была в адептах она, не? Да. Которая Саша как... Яме. Яме, точно. Яме, яме. Яме топ. Вы маяк не убили, оттуда мелкие вылезают сзади. Да, где вылезают? Вон этот маяк. Посидите, маяк. Чоппер, зачем ты агрил? Не, не. Как-то вон они, дураки, идут. По машинкам расселись. Откуда вот эти защитники идут? Че их так много? Посередине вон маяк тоже слетел. Не знаю, сагрил.
маяк Ароян. Ну, посередине о, в натуре. Слева вон, слева тоже. Да, кошмар. Да, да. Все, что можно, сагрили. Все сагрили, блядь. Блядь. Петухи. Вот где звезда, вот стреляйте туда. Тот маяк. Его сломали. Делай релок, паладин. Альт, F4 прижми. Ты, скорее всего, сел к тому, кто не пересел. Ты помрешь, если у тебя неактивные панельки, как пидор. Помрешь, как пидор. И запоришь ачивку, как повороте, блядь. Он вот здесь без смертей порал мне, блядь, 10 раз, нахуй. Это пиздец. Постоянно садился в машину, которая фуловая, багался и умирал. Я в ахуе. Повороте, ХП, тупо. Блять, он разогревается, мог. Видишь, мимо пишет. Маяк согрели вот этот, видишь, слева от тебя. Справа, слева, ты знаешь. Давайте убивайте этих дураков и поехали дальше. Не заезжайте только на эти штуки. Начнитесь. О, убил дурака этого. Вот он про ремонтную станцию говорит, да, не слушайте его. Нельзя туда заезжать. Уже чилки. Пидор двор, да. Что-что? Пидор говорит, хочешь, чтоб почил за пароль. Вообще убудок. Выйди, пожалуйста, я к тебе сяду. Подъезжайте уже на платформу все. Что там в начале инста давно долго стоять вы будете, блять? Алло. Старожила, Седдер, как дела, блять? Изгарет. Мы что приехали? В начале инста постоять. Заняли машины. Чё, блядь? В смысле начало? Где вы? У меня просто бензин закончился, не правда. Блять, не крутись, у меня карта крутится, Макгрегор. Пиздец, с ума сойду. Ну и чё, и в чем вы сидите? В чопере или в чем? Старожила, в чем ты сидишь? Где ты сидишь? В чопере со мной. А, блять, а он не сдохнет там? А нет, вот этот сгарит на ракете, нормально тебе сидится? Где разрушитель? Должно быть два разрушителя, два чопера, две осадки. Вы в начале разрушителя ставили, что ли? Иди к порталу, вон он, портал стоит, телепорт Ульдуара. Вот я моба сейчас подстрелил. Нажимай лагерь экспедиции, ищешь там разрушитель. Вот как вон тот стоит там. Маленькая машинка такая средняя. Блять, вы вообще интересные. Езжай сюда, мимо маяков. По правой стороне езжай там, чтоб не сойдет. И сейчас одно тело из чопера, которое там в сиденье, в пассажирском сидит, запрыгнет к тебе. Колчедан натянут. Чего вы, я не понимаю, вообще на конях поехали? Ну я когда зашла, там не было никаких машинок. Поэтому я так пошла. Чё, изгарит, есть там машина? Во, он едет на машине. Так, кто там в пассажирском сидит? Седдер или кто? Или сторожило? Сторожило вот стоит на полу. Так, ну все, сейчас сторожило, сядешь к этому. Не запустите босса так. Че, это второй великан уже? Все, пока не бейте, там еще второй должен быть. Сейчас он к нам подъедет, да чекнем, начнем. Так, сначала будет сбивать каст звездочка, потом кружок. Каст сбивается электрошоком. Прочитайте способности, которые у вас в это, если вы забыли там. И чопперы, это, мазут. Не сбивайте его там. Крыся пишет, прям сейчас ебашьте вверх.
по этим штукам. Да, колчеданы забивайте, вон они висят. Не убил бы тебя в чопе, но колчеда некому будет собирать. Так, ну где это, Эсгарри, ты долго ехать будешь, блядь, где ты? Да, ему еще заебись ехать. Блять, как ты там едешь? Задом, что ли? Он же медленный, он злошится. Фас там называется. Мы уже должны были на вестибюле стоять. На первой передаче. Пассажирам где, в осадке? Сбивать и собирать на разрушителя. Крючок там такой есть, надо выбрать синенькую колбочку, вон она стоит, сейчас на нее меточку поставлю. Вон череп поставил, смотрите, вот его надо выбрать, нажать на него, чтобы фокус взялся. И крючок нажать такой есть. Красава. Так, смотрите, садитесь в разрушитель. Так, и где второй? И вот второй разрушитель. Кружок. У всех панельки активные, посмотрите, пожалуйста. Вон, панельки активные, посмотрите там, чтобы зажимались кнопки 1, 2, 3, 4, 5. Подходим к боссу, чек на пух. Подходим к этому дураку. Все готовы, подходим. Вы здесь вообще, не? Макгрегор, езжай чек. К боссу, что мы так далеко стоим. Убивайте дурака, вон того стоит там. Все, сейчас босс выйдет. Осадка будет одна уезжать, одна бить. Еще разливайте лужи, если откатились. Поджигайте лужи. Зажгите лужи. Че, он завис, что ли? Давай, сбивайте. Жгите там, поджигайте. Похуй, короче, дейте. Красавчик, что в огонь заезжаешь, конечно. Не было другого выхода. Уезжай из-под босса. Бьет 500 тысяч. Все, убили. Блядь, без полома. Защитник Ульдуара, красава, блядь. Грааац! Грааац. Пошли дальше. Поехали робота сразу фастом. Блядь, вон сколько толчедана. О, смотрите, запястье. О, нахуй. Пояс еще синий. Тапки. Чё, тряся? Робот ХМ, нет, ХМ делаем. Какая-то хуйня на танка падает вроде. Кольцо. Помню, что то ли штаны, то ли грудак там еще был. На протовары я забирал. Так, робот. Так. Кольцо. Да, печать удара такая, мастерство неплохое. Езжайте быстрее сюда. Так. Так. Ну, Эсгарит, у тебя второй спек ретрик? Давай в ретрика. Будем дамажить. Так, что у нас по... Ну и давай, блин. Ну ладно, тряся, будь в хапале. Хапал Ршан, 2 хила. Сейчас задамажим этого дурака. Чек на пул. Баф, я надеюсь, у меня... Рыбка стоит, похавайте. Хавайте рыбку 10 минут. 10 секунд, блядь. 10 минут.
Хэм, короче, сердце выпадает из него на 75%, вы его бурстуете, заливаете просто. Как его зальете, у босса отрегенится хп, и будет миллион хп, миллиард хп, и его надо будет убить еще раз. Как его зальете, идете бить трэш, ебаный. Да, ебаный трэш, все, начинаем. А раз джедею, когда сердце вылезет? Не, после. Как трэш убьем потом дальше. Какая-то херня из земли торчит, видите, черная? Не. Он слева от меня. Не, ничего нет. Вот какая-то появилась. Все у тебя походу. Снимай. Убивайте, убивайте сердце сильно. Сильно бьет. Блять, слабо бьете, сильнее бейте. Все, забили на сердце. Бьем моба, бьем моба. Че, танк что ли? Ладно, бейте маленьких. Маленьких бейте, ретрики убьют это. Давай, Гера. Да, давай, Гера. Вот эта искра жизни, убивайте ее тоже, она уешит парень. Быстрое убийство, 2 минуты, давайте сильнее. Так, кому там истерию дать? Сед Деро. Блин, по танкам не успею. Не успею. Искру убивать. Блять, Макгрегор, ты... Я забыл, что я АДК, слышишь? Чё ты мне не сказал ничего? Ой, ой, дрин, дрин. Что это за жизнь? Я забыл, что ты в танке тоже. Я, блядь, тоже иду в танк. Дай сюда. И кури тогда. Кожа, ну сигарет. Никто мне ничего не говорит, блядь. Ты то, что ты залопишься. Да, нормально, и так успеем. Минута до быстрого убийства. Сейчас трэш еще танканем. Короче, спек на сейчас в АДК. Сейчас бы у вас дамага больше было. Искру залейте меня. Опять что-то срывает. У тебя там неистовство не включено, Сэд? Нет. Я так понимаю. Так, пошли дальше. Так, я в АДК, Макгрегор, Эсгарит в танка. Сейчас трэш будет. Я пока не могу использовать вестибюль. Сейчас поставлю метки на моба, который надо будет первым убить. Звездочка. Кружок. Так, подходите сюда, Эсгарит, портуйся. Давай к нам, портуйся. Макдестер провел, да? Давайте. Тяни звезду, все звезду бьем. Спекнулся? Я спекнулся в АДК, да. Все, пошли фастом. Там такие метки, в них не надо стоять.
Так, что на собрании? Кого последним убьет? Мелкого давай. Давай, мелкого. Сначала убьем большого, потом среднего, потом мелкого. Так. Так, бьем ромбик все. Остальных не догоняют. Подойдет рослый. Кружок бей. Под ноги рослому встань. Под ноги рослому. Да, под ноги. Второй рослый подошел, осторожно. Рослый куда-то пошел. Блять, стаунтил его. А, он в фире. Зачем? Не фирьте. Дайте им окоп. Не фирьте рослый. Ну все, бейте двух рослых. А какой из них кидает желтую ложу? Тот, который, блядь, на слезах упал, тот желтую лужу кидает. Обоссывает. Понял. Пошли на собрание. Желтая там, не желтая, она зеленая. Короче, вроде когда вторая руна синяя появляется, он дает вот эту зеленую сразу. Вроде так. Танк есть. Короче, бурсты будем оставлять напоследок. Там будут такие штуки у босса, способности. Значит, он будет кастовать на третьей фазе вихрь молний. И вот когда он его кастует, его можно сбить, как на первой фазе также. Если он докастует его, то он начнет крутиться. И в 30 метрах от себя он будет наносить очень мощный урон, и мы можем сдохнуть. Если вдруг мы не собьем каст, паладин и бабл, АДК там, соответственно, зеленка, тучки, маг глыба, ну и так далее. То есть сова там в кота убегаешь или дубовую кожу, шаман там дальше от рейда стой. Короче, значит, маленького танчит Макгрегор, Эсгарет держишь больших, среднего и большого. Убиваем сначала, убиваем сначала большого. Звездочка, не тот. Может, среднего? Звездочка. Не. Средний будет кидать фиолетовую свою хуйню. Он фиолетовую, когда последний остается, будет кидать. Вот так он только зеленый кинет. Всегда похуй. Вот. Вторым убьем среднего. Так, это получается великан, рослый и кто? И. И карлик. Карлик. О, красава. Гном. Гном, Я помню, фильм был этот «Близнецы драконы», и там Джеки Чана типа прижали бандиты, и бандит такой битый бьет по столу и говорит: «Как ты посмел наехать на меня, дебильный гном?» Нормально. Охуенный фильм, кстати, посмотрите. Человек на пул. Бьем большого великана. Минус один танк? Два танка, Эсгарет и Макгрегор. Я маленького танчу, да? Ты танчишь маленького, потом забираешь кружок рослого, а великана мы убиваем первого. Ты танчишь маленького, бегаешь с ним там, тупишь, короче. Косты сбиваешь. Косты старожила, короче, тоже позбивай магом по очереди. Первый сбивает Макгрегор, второй ты. А кружок тоже? Кружок ты заберешь с Эсгарета, когда мы большого убьем. Ага, понял, добро. Все, все готовы, пошли танки, вперед, разбирайте свои цели, все бьем высокого, самого огромного, рослого, сталелома, звездочку. Не сдохните, не бессмертные. Не сдохните.
убьем этого дурака. Так, в синюю штуку заходите, боссов выведи из синей штуки. Они тебя сильнее бить начинают. Хильди из Гарида упадет сейчас. Сильнее этого дурака. А, тогда ты не забираешь этого. Сбегай со своим, с крестиком, слышишь? Из Гарида пусть его держит. Все, бегай спокойно дальше. Все, теперь в кружок переключи. Хильди, спагман. Старожила, чирократ, используй на кружок. Скажу, когда надо будет разбежаться. Сейчас уже на всякий случай рейндж словите. Милики, осторожно, приготовьтесь разбежаться. Бьем этого дурака. Разбежались. Сука. Рейндж, разбежались. Вот, видите, вихрь крутит. Все нормально, вышли с той лужи, добиваем кружок. Понял, Макгрегор, да? Он убежал от тебя. Вот этот вихрь, запомнил, да, как он кастуется? Его надо сбивать. Вот, сбиваю, сбил. Да. Вот. А теперь Геру даем и бьем этого дурака. Сильно. Блять, что происходит? Не умирайте, бабл, если что, прожимайте. Ревностный. Ровный. Бурстим. На всякий случай отдайте незыблемость, божественный защит, ну и сакру давай, короче. Вдруг сейчас что кастовать будет. Цепная молния, надо сбивать. Да. А он, я жду этого. О, отбегайте от него. Из-под него убегайте. Из-под него убегайте, он это, дамажит сейчас, просто захиливайте. И РДД бейте его, сейчас вы его добьете. Не достаю, слишком далеко. Сейчас его койлом. 5000. Отбегайте, сова, отбеги. Блять, не умирай. Бегает сова. Все, добили этого дурака. Вы разгромили железные собрания и открыли архив. Молодцы, ребятки. Теперь рукастого. Рукастого вообще легко там, короче, блять, Гера КД. Мне надо, типа, с руками убить. С руками, да, с простертыми, да? Угу. Блять, ну это вообще сложно, короче. Ну давай попробуй. Седер, приготовься танчить в бабле. Тебя не КД там? Крылья не отдавай. Нет. Так. Не ретриком будет надо танкануть в бабле? Да, надо будет танкануть. Там скажешь, когда будет 3 секунды, потом обратно заберут. Короче, сейчас сделаем так. Начинает Макгрегор. Начинаешь... с незыблемостью. Стак на тебя повешается, будет изгарит танчить. Значит, когда прокнет ревностный у тебя изгарит, через сколько там, каждые 10 секунд вроде вешается, через 5 секунд отдашь божественную защиту. Потом, как второй стак на тебя повешает, заберет Макгрегор. Мы дадим на него каплю. Скорее всего, даже ты дашь на него каплю изгарит. Кинется на него один стак. Потом заберет, нажмет бабл седер, заберет на себя, а потом, блять, у кого-то что-то откатится, незыблемость, наверное. Ну и там вы должны уже, по сути, убить. Чек на пул. И бьет себе смертей, по сути. Все бьют только в босса, РДД стоят в РДД зоне, милики в мили зоне. Танки побежали, Макгрегор побежал. Смотри, давай, ждем. Призвал пидорасов, побежали. С Гаррит, с Макгрегором стоим вместе. Все бьем только туловище, руки не бьем. Так, давай, Эсгарет, забирай. Сначала ревностный, вроде бы. Если не прокнет, второго стака ждем. Так, ревностный. Через 3 секунды отдашь божественную защиту. Давай, БЗ, божественная защита. Отдал, да? Поглощение идет, бейте правую руку. Правую руку переключитесь, там человека взяло. Ага, все. Босса. Забирай Макгрегор и кровь вампира, и понял, да? Отдавай хуйню эту. Так, Эсгарет каплю на Макгрегора. Глань спасения, глань жертвенности на Макгрегора. Вот. Седер, бабл и таун. В правую руку переключились. Нет, под... босса добивайте. А, все, босса добивайте, успеем, да? Седер, когда бабл... Блядь, добивайте.
все. Охуенно. Без смертей и с распятыми. Лучшие. Вот так вот паладины рулят. Шея какая-то с броней ебучая. О, заебато. Так, что на этой басихе делать? Сейчас, короче, трэш. Танки поднимайте сюда. Вот этих двух дураков. Рейд пока встаньте в звезду. 9 жизней надо так-то. 9 жизней, изи. Перед лицом этих мобов нельзя стоять, они уедают. Блять, поднимайте сюда эту хуйню. Быстрее. Встаньте в звезду. Надо вместе. Блядь. Дядь. Сука, надо вместе, танки есть, нет? Дай фир по этому пидору. Блять. Один человек вместе. Нужно одновременно агрить. Нет? Да какая разница, когда их агрить? Просто я не знаю, вы что, отошли там из Гарет, блядь, спускайтесь. Где вы все, блядь? Все 10 человек тут, в итоге один моб только идет. Встаньте в ебаную звезду за спину босса. Перед лицом босса не стоят здесь, перед этим мобом. Он дает молнии вот эти. Как вы, блядь, не понимаете? Сколько раз ходите сюда? Все, убили этого пидора. Ничего страшного. Давайте, кто упал, поднимайте. Сейчас босс отойдет, еще кружок даст. Мы, это, 9 жизней, короче, там изи делается. Эсгарит, две кошки держишь, мы их зальем. Макгрегор на боссе. Так, с фирами у нас туго будет. Ой, даже не знаю, что делать. Кто нежить в рейде сейчас? Так, один я нежить. Кто еще нежить? Алпич. Так, два этих. Танки резнули, захильте танков, тяните моба наверх и отворачивайте спиной к рейду. Кто так будет каст убивать? Каст, ну, Макгрегор, по сути. Вообще мы можем, ну, обломаться на этой ачиве. Потому что нас она кинет фир, блять, если все без антифира останутся. И пиздец. Может, не будем ее делать? Нужна она кому-то 9 жизней, это, блядь? Не надо. Давай, может, другой раз. Давай. Я просто в тотем не верю, блять. Фир он не снимет, как всегда. Короче, зергаем эту дуру. Сейчас она придет, все зерганем. Ешьте рыбу быстрее. Ну, мне прикол, мне взял на десятки пять. Она легко делается, надо просто вар, ну или какой-то стопроцентный способ каждый фир сбить. Короче, сейчас смотри, Макгрегор, поднимаешь на ступеньки сюда, рейд стоит вот так в звезде, босс стоит вот так, повернутый на звезду, которая вот тут. Вот здесь, вот внизу ступенек, вот здесь прям, с двумя кошками стоит Эсгарет. Все убивают кошек, РДД. Милики, не сразу врывайтесь, чтобы он агро набрал. На пулов нет. Так, сейчас эта дура придет. После того, как убьем кошек, там будет маленький трэш, его надо будет завешать. Луч потом этот самый вылезет. Макгрегор, ты же за таунти, жди кого защитника, да, нормально? Сейчас пропускаем. Или Эсгара. Я делаю макрос на дикого. На всякий цель случай вот сделай, да. Так, надо выбрать красивую иконочку. Так, я выбрал. Все, идет босс. Ты чё пишешь? Сейчас. Ты макрос пишешь, что ли? Да. Ебай. Да похуй, гон на удачу. Чё, написал, нет? А я охуенный программист, все готово. Так. Эсгарет внизу, стой. Так, давай босса сюда. Рейд стоит звезде, милики стоит перед мордом. Мордой босса все стоят всегда. Убьем кошек эту дуру. Не убиваем? Убиваем кошек, убиваем кошек. Убили кошек. Внизу тут две кошки стоят, захуяйте ей. Сильнее. Так, все. Теперь перед мордой босса собрались все. Скоро будет ультразвук. Сейчас будет этот. Дудутипка, давай антифир на Макгрегора прям сейчас. Так, Макгрегор, no, приготовься. Сбить каст следующий. Вот этот сбивай, вот красава. Так, теперь все обратно собираемся перед мордой. Обратно собираемся в тотемах. Блять, его уже убили. АОЕ даем, добиваем босса.
Пошли Торима. Ходера. Пошли Ходера. Нить Тринку селимся. Какой там камень? Блять, прокручивается. На мили какая. Меткость. Кто же его выиграет? Меткость их оставлять, кому-то надо. Эн. Мутироги. Атакующие заклинания, мутироги. Чё, яда считается, что? Походу, да. Смотрите, сейчас идем в звезде, шкуры не фармим. Вот такие кучки беленькие, в них не надо наступать. Там еще когда наводишь на них, сугроб написано. Стойте сейчас вот в звезде. Ведите в звезде все колонны. Блять, ни разу не было, чтоб не сагрили. Вообще ни разу. Вот сейчас будет. Если кто-то сагрит, будете сами тончить, блядь. Танки, я вам говорю, не тончите этих юрмунгаров, которые вылезут оттуда. В храмах даже гпки дали за эту хуйню и все равно агрили. Лол. Идите за звездой. Бейте, негодяя, булыжник. Пошли. Мобас идет. Осторожно, отведи его от сугроба, а то сейчас милики за спину забегут. Вот, и тут сугроб, осторожно, к звезде идем сейчас, звезде. Вот. Идем, идем. В звезду. Вот тут вот слева идем в стенку, прям в самую вжались, прям стеном, прям лицом в стену вот так идите, прям как звезда. Боком, блять. Прям облизывайте этот лед. Долбимый лед. Завязывать не завязать. Бля, ты сегодня в клубе был? Ну, 6 часов домой приехал. Эта песня играла, там конченая. Колумба вспомнил, да? Ой, блядь. Тут все очень просто. Смотрите, короче, сюда. Показываю наглядно. Падают маленькие сосульки, как в яме. В пещере. ХМ. ХМ это fast kill. Мы его и делаем. Значит, Макгры... Так, блядь. Эсгард в ретрика, да. Эсгард в ретрика. Один Макгрегор будет тончить. Короче, показываю вам, вот смотрите на звезду, внимание все, будет падать одна или две вот таких вот круглых метки огромных, вот таких, вот как этот круг, поняли, да? Когда он падает, вы стоите там, что-то бьете, нужно будет выбежать вот так вот, не за 5 километров от него, блядь, не портоваться в Долоран и забежать обратно, когда упадет сугроб, когда упадет сверху сугроб такой большой. И он станет... Че? Макс, ставь порт, нахуй. Лужи падать в порт, и всем вот, сугроб, если что, белого цвета. Вот как вот этот снег, на который сейчас звездочка забежала. Вот такого цвета. То есть надо будет выбежать вот так вот на 5 метров. Не на 35 метров, не вот так вот бежать, блядь. Потому что потом кастом 7 секунд или 8, он закончит каст и заморозит вас. И вы проебете ачиву и умрете или что-то там еще, короче. Чек на пул. Короче, ориентируйтесь на звезду, там, для глупеньких. Ты про двигаться не говорил. Чё? Про двигаться не говорил. А, ну двигаться, как на Керестразе, или как там, вот эта дура, короче, в Нексусе, какая там. А, еще тут склепы появятся, вот так подходим, и склепы появляются, их надо бить, короче, агри босса, бьем склеп. После каждой заморозки эти склепы еще раз появляются. Убили склепы, теперь босса, сильно. И двигаемся вправо-лево, или прыгаем, или вправо-лево, или прыгаем. Потому что на вас копится баф.
плохой. Грозовая туча, сбегаемся к нему. Бегаешь с рейдом. Рейд бегает с тучей. Бегаем с тучей. Блядь, диспел. Масс диспел есть, дудутип? Нова на 8 секунд, очень хуёво. Вот, внимание, в звезду встали, в звезду, недалеко. И забежали теперь. Вот, красавчики. Двигайтесь там. Блядь. Только не умирайте. Столб вот в этот белый вставай. Там дамаг повышается. Туча грозовая на мне, тоже в него вставать надо. Выходите с этих, с пельменей, блядь. Выбежали, выбежали в звезду, выбежали, встали. Встали рядом и зашли теперь. И двигайтесь, двигайтесь. Ну, примораживает на секунду. Блять, куда я попал? Все сделали, да? Хер его знает. Похолодание сделано. Иначе все. Ебать, какая современная голова. О, посмотрите, о, как из Overwatch'а, ебануться. Бисовый на посланника от протопала. Ебать, просто лучший щит в мире. У меня такой на протоваре вроде бы. Пошли на Тарима. На Тариме. Смотрите на эту голову, это какой-то, блядь, это какая-то современная хуйня. Какая там современная хуйня? Клобук. Да хуйня она будет страшная, я не знаю, кому ее там одеть. Андеду мужскому. Ты че, Андеду она... хуйню одевать? Это какая-то. Это хуйня из будущего, вы понимаете? Танки, как дела там у вас? Это космос, хуйня. По этим си их надо выехать. От рейда. От, блять, вот смотри, сейчас весь урон рейд получает. Красава. Выйдите за спину. Отверните от рейда этого гуся. Встаньте за спину этого дурака, видите, он встанет стоял, он отвернулся теперь. Звезду встаньте. Бейте, у кого больше хп, их надо убить одновременно. С меня заберите. Заберите моба с меня, алло. На эстете же. Пошли фас там, дураков этих зерга. Не стой под молниями получится. Не знаю. ХМ делаем, если что. ХМ там, короче, падает тринька бисовая. Если в принципе тринька, это никому не. Ну, рунический камень Мьёльнира. А, точно, там же хуевшая тринька. Так, что ты за босс ходил? Нет. Тарим. Тарим. У меня воспоминания Сив, кстати, есть. Тоже бисовая тринька, охуевшая. Вот, смотрите, хапайте на пробивание брони. Там вон перчи на холи палы вроде бы нормально, не знаю, все не носят такое. А с кого этот рунический камень падает? Вот сейчас сторим из ХМа. Типа его быстро убить. Лол. Короче, комнату, смотри, ты пойдешь в комнату, дам ассиста, если что, команду, и смотри, не обессудь там в комнате. Не обессудь. Значит, Макгрегор пойдет, смотрите, с него агро не срывайте, пачку сразу три боба не агри. Агришь одного боба, и типа ЛПшки сразу в одного не отдавай, там, в одной отдавай. То есть аккуратно. И бьем одного, типа его цель, да, это там ставки, да. Значит, в комнату пойдут два шипе. Маг, хуй знает. Наверное. Не, давай не маг.
А кто, сова? Я могу в комнату прийти. Проучалась какой-то. Не, не надо миликов. Милики, вы просто сало не получите. Ну, вам на сало похер, поэтому вы останетесь на арене. Вы живучие, как бы. На арене. Сову. Да, сову, короче. Блять. Ли, я не знаю, или всех вас отдать туда. Не-не. Так, сову, меня, танк и хила. Какой, какой вам хил? Холипал или Рашам вот этот пойдет? Рашам. Все. Сова, тебя. Так, Макгрегор. И кого ты говоришь, танка и хила? Короче, сторожил оставлю на арене, да? Да, Майки, это такое. Все, короче, смотри. Макгрегор и первая группа, кроме сторожила, идете в комнату. На арене остаются вторая группа, кроме Макгрегора и сторожила, ясно? Вот, чек на пул. Значит, ХМ, это словить рейндж 15 метров на всякий случай. Это когда босс спустится. И бить его. Когда появляются молнии из колонны, идут к боссу. Ну, танки там меняются, не знают. Танчить желательно под незыблемостями всякими. Просите капли, не стесняйтесь, трипл одина. Ревностный прокнет, тоже там БЗ сразу не отдавай, ревност, после ревностного отдашь. Так, Эсгарет на арене. Вторая группа, кроме Макгрегора, на арене. Сторожил на арене. Первая группа идет в комнату, и Макгрегор, кроме сторожила. Сторожила на арене остаешься. Блять, еще раз чек на понятие. На понимание. Там, кстати, снимать, она режет сразу защиту все. Кого снимать? Ну, босс вешает на второй фазе, на танков, защиту режет. 400, по-моему, сразу режет. 200. Поэтому танкам надо меняться, да, ну или 200, я не помню. Макгрегор знает. Так, все, пошли в комнату, бьем моба сейчас все. А что? Я остаюсь потом с этим боссом, да, наедине? Наедине, кек. И кто кого? А как его? ЛПшкой или как? А ты подбежишь к нему, нажмешь на него атаковать. Ну, типа, и ну, типа, такой с ухмылкой, блядь. Слышь, пидор, слезай, типа. Ну, если он не захочет, короче. Слезай, рослый. Если он не захочет слезать, ты что-то в него кинь, там, ЛПшку. И вот как только ты убедишься, что он уже спрыгивает, понял, да? Тогда ты сам спрыгиваешь. Я вот ему могу дать. Что хочешь, можешь дать ему, лужу, не лужу, там, обоссать его можешь. Но самое главное, когда ты спрыгиваешь, смотри, на кого смотрит он. Если он на кого-то не на тебя смотрит, то прям в воздухе... Да, то прям в воздухе на него таунт нажимай, понял? Короче, давайте. Дудутипка, убьем, мало, убьем. Заспугнул рейд, когда все спрыгнули, никто не станет. Все, бьем право моба, дальше. Сторожила, не бей ничего сейчас. Бейте этого пидора. Все, заебись, иди, бей этого петуха. И отворачивай. Так. Трися, видишь дебаф на тебе? 75% снижен каст заклинаний. Мелкого бьем. Чтобы его не было, короче, постарайся стоять, наверное, подальше от нас, потому что он в нас летит в кучу, этот молоток. Вот он, видишь, сверху летит. Или он в одного летит, блядь. Ну-ка. Да, он, походу, в одного летит. Отойдите обратно, отойдите от молнии, блядь. Стойте на лестнице, мелкого давай. Мелкого агри, МС. Защит. Вот он вихрь кастует, сторожил, отбеги, не сдох. Мы все. Все? Добивайте там мобов. Спрыгивайте все, кроме Макгрегора. Я сверху побил. Так, вы все спрыгнули к нам? Нет. Давайте, спрыгивайте, кроме Макгрегора. Прыгайте. Прыгай сюда и на рейндж вставайте. На рейндж заранее встали. От центра рейндж словили, шипы свалили по сторонам.
Так, не умрите. Так, Макгрегор готов? Да. Огри этого пидора и спрыгивай. Так, приготовились. Словили раньше, словили раньше. Давай. Блядь, что это за хуйня? Короче, стой. Нормально. Раньше словите от босса, от миликов, от милизоны. Давай рост. Фулл ДД. Там псих еще кастует. Фулл ДД, чешки не стремайтесь. Вон молния, отойдите оттуда, там будет молния сейчас по всей комнате. Забирай. Паладин, забирай босса. Молния. Кэп. Не умираем, делаем без смертей. Захилься, захилься. Убегайте от молнии. Убегайте от молнии за спину босса. Чтобы это настроил. Из нее бы у меня. Чукча ебаный. О, камень. На, занялись. А, тоже ее выиграю. НФ это трение нормально или не очень? Я, если честно, не знаю. Ну, крит как бы и прок на РП. Не знаю, если софткап и РП собирать, то вроде нет, нормально. Нет, НХ надо хостой, вот типа прошлая была на НХ, заебись. Похуй, тренировал, короче. Вдруг пригодится. У меня уже достаточно. Чукча. А пишет, у меня уже достаточно таких предметов. И кому он достался в итоге? Никому в боссе остался. Да? Сейчас я гляну, я тут рядом, я всегда слопочу. Если поставить аддон Бегон, он будет показывать, есть это кошмар или нет. Нет, он никого этот. В сундуке его нету. Блять, а у кого этот нахуй этот? Блять, как он называется-то? Камень этот, чё? Ни у кого, ты его выиграл, типа его никому не отдала. Может на почте его? На почте нет, мы посмотрели почте. Нет, на почте. Ну всё, пизда ему. Заебись, и сделал. Кинул пацану. Кинул пацану. Не, реально, что ли? Не на бессмертей. Ну, бессмертей это зерк. Блять, какой зерк у нас, уреза хила нет. Ну так давай потечу. Ага. Любую. Вырубку. Ну похуй, давай прокнет, если вырубку. Давай. Да, могу в ДЦ, если надо. Трися, смотри, там могу зайти на рогу. Давай, в принципе, ДЦ не помешает. Блять. Сгарет, врывайся. Макгрегор утягивает треугольник. Чай, подожди. Пидоров маленьких забери. Так, а как сделать? Тут что-то надо вам здесь, нет? Зергануть эту дуру или что? Ну я уже в конце, давай вырубку. Давай вырубку, короче. Не будем ничего, у нас шкафа нет, сумонить все это хоть надолго будет. Короче, вырубка. Три баба, когда вылазит, надо будет две пачки таких по три накопить. И потом их залить подросток. Три хила, дубутипка в ДЦ. Два танка, три хила, пять ДД. Ну, что крыло пойдет, да? Чем? Да, после всех этих пидоров убьем. На, если что, напоминаю, делаем пожарного. Это очень серьезное чило, там нельзя вздыхать. Надо будет ставить меточки. Ты слышал, да, что Джерган говорил в чат? Чё? Чтобы не забагался, типа, пожарный, надо скинуть бой перед полом. А как его скинуть? Ну, выйти всем. Так, где в 4 там. Там 4, короче. А если пересобрать, поможет? Типа... Зачем? Да блять. Ну короче, чтобы, знаешь, не сбагалось, нужно не бить масухой. Нет, ты когда заходишь в комнату, там агрится на тебя тираешь, и там уже бой на не стереть. Нет, там надо делать альтов 4 после того, как зачистим всех роботов. Да, мы когда почистим трэш, да, пробуйте не бить массы. Роботов в комнате, да?
Там стоят такие триггеры, да, да, они как НПЦ, только они невидимые для человека, ну, для игрока обычного. И они, ну, туда забагиваются, когда их масухой задеваешь. Ну все так и сделаем. Если не получится, то... Если не получится, если не получится, то Джерри он придет. Ну, наебал. Нет, Альфа 4 по-любому поможет. Ну вот, так и сделаем. Ну просто, чтобы не релокаться, можно попробовать бить масуху для начала. Да, ну, это, ну, так, лучше релокнемся. Проедем. Лучше бить масуху, а потом еще релокнуться. Так, тянешь квадрат. Таунти этих дураков. Тяни квадрат, подальше отводи, подальше отводи. Так, значит, три вида трэша здесь. Большое дерево. Когда дерево появляется, нужно ставить в грибы всем, без исключения миликам и танкам, всем вообще, в грибы. Если гриб вырастает, он перестает потом вам давать баф, ищите новый гриб. Дальше, значит, это дерево сливается. Выходит 10 маленьких мобов в цветочках, вот как сейчас были цветочки маленькие. Отошли пока звезду, бафаемся. Цветочки убиваются по одному. Если их заливать сразу, всех по 3-4-5 сразу убивать, то они хлопнут в рейд, и мы сдохнем. Как, блядь, гуси какие-то. Из лучей выходим, корни диспелим там и так далее, бьем диспелим. Значит, дары Анара, зеленая ветка появляется. Как вот джунгли, видите, зеленая все вокруг, зеленая ветка зеленого цвета. Дары Анара называется, ее надо убить, она хилит босса. Ветка зеленого цвета. Станк сбивает по КД луч, который кастует эта дура. Вот, наша задача сейчас не бить босса, мы стоим, просто смотрим в небо. Значит, будут появляться вот эти C10 PS, их надо будет убивать по одному. Буду ставить метку, будете ее заливать точечно. Тогда мы не умрем. Значит, наша задача дождаться двух волн трэша, когда вызываются три элементаля. Три элементаля будут держать изгарит. Маленькие, если что, не таунтятся, так что даже не пытайтесь, блядь, кричать таунт, хуяунт, вот это все не помогает. Они бьют мало, не убивают, они только взрывом бьют. Есть еще вариант, они вроде бы 30 метров взрываются. Есть вариант дать им новую или что-то такое, но они вроде не контролятся. И отбежать, типа. Но мы будем их по одному просто убивать, и так будет нормально. Дальше. Когда мы соберем 6 мобов, 3 вида мобов, по 2 каждого, их надо будет залить одновременно. Если их заливать по одному, как маленьких 10, то они возрождаются через 10 секунд. Вот, задача их залить за 10 секунд. Дадим геру, зальем. Там все нормально будет. Все, чек на пол. Мак, дай МК совет сейчас. Я в лице. Так, все готовы. Подходим сюда. Макгрегор, сядь на коня, приведи босса и начнем. Босса сейчас не бейте, потому что он очень сильно отхиливается. Бить его нет смысла. Мы ждем трэш, волны трэша, которые вызывает босс. Макгрегор, солнце. Где славянка? Славянка. Да, славянка. По луже, по болоту ходит вон. Она поздно бывает, на ножке моет. Все, подводишь ее поближе к нам. Стоим спокойно пока, ждем трэш. Вот этот хуйню луч солнца ты должен сбивать, Макгрегор. Ну. Вот они, пидоры эти, вышли. Макгрегор, ой, Эсгарет, собираешь этих трех дураков, их никто не бьет, их никто не бьет. Отведи их, знаешь куда? Вот сюда, отведи, вот звезде, вот сюда. Вот между этих трех деревьев встань, вот сюда. Видишь, они тебя откидывают. И возвращайся постоянно сюда с тремя этими дураками. Вот, стой здесь, не бей их, не бей их, старайся их не бить. Дар, вот этот зеленый, убейте ветку, вот, нормально, все, ждем дальше. Не бей этих мобов, главное. Он тебя откидывает, там все нормально. Возвращайся всегда между трех этих деревьев, стой. Все, не бейте босса, это бесполезно. Так, ждем вторую волну. Если такая же волна выйдет, то мы чего, считайте, сделаем? Железные корни разбиваем. И возвращайся туда обратно. Смотри, трэш, не сагри, чтобы тебя в трэш не откинуло. Так, сейчас она еще кого-то призовет. Вот эти лучи, в них не надо стоять, от них отходить. Так, блять, в грибы встаем, в грибы, в звезду встаем, в звезду, и дурака большого бьем, высокого бьем. Горбатого этого бейте. Горбатого. Сутулого этого бейте. Сутулого. В грибах стоим, в грибах. Только не ешьте грибы.
Отлично. Все, дальше курим, дальше курим. Так, Асгард, живешь? Асгарда хилим. Хотаем Асгарда. Ну, корни появились. Корни убивайте. Босса даже не пытайтесь колупать, это бесполезно. И у нас нет цели его сейчас сбить. Все, собирай их обратно. Этот, отойди ближе к нам сюда. Блядь, где на мне метка? Веточка. Убейте веточку. Трисси, отойди сюда. Звездочки отойдите там. Чтобы мы здесь были. Отойдите сюда, хилы там. И стой там между деревьев, пусть там пал стоит. Так, сейчас пачка трэша выйдет. Так, вот смотрите, бьем метку, какую ставлю. Все с череп, все в череп. Точечно хуярим, что ставлю. Сука. Череп бьем. Дальше череп выбрали. Выбрали. Дальше крест выбираем. По одному, а то мы не захилим. Дальше после креста череп. Бейте. После черепа крест. Не уешьте вообще. Крест, вот бейте крест. Череп. А, они не таунтятся, ничего, так что череп залейте РДД. Череп. Блять, добивайте маленьких. Точечно. Сгарит, стой между этих деревьев. Добейте уже взрывных два вот этих пидора. Вот, в грибы встаем, два маленьких добиваем, а уешим. Большого горбатого бьем. Горбатого сильнее. Грибы вставай. Взрывной плеточник убейте, блядь. Че он живой еще? Вот череп бегает. Добейте череп. Череп добейте, блядь. Вон взрывные пидоры эти. Вот. Блять, ставься метка. Убейте РДД череп. Плеточник ебучий этот. И квадрат убейте. Убейте. Корни. Добейте квадрат. Так, вроде нету больше маленьких. Все, ждем еще пачку. Ой, блядь, берса 5 минут. Вот они, эти пидоры, изгарит их агрит, изгарит агрит. Убьем метку, убьем квадрат, квадрат убьем. Нара. Так, внимание, изгарит, своди. Не отлетайте к трэшу, захил рейд, сейчас сильно захил рейд. Теперь подходим к трэшу все. Да, гибн, красава. Даем рост. Своди этих пидоров. Блять, ауе. Блять, фул дамаг. У кого больше хп бьет? Нара вышел. Да пох. Заберите с меня сделали бахончик. Вроде, нет? Не, что-то не получилось. Да пох. Бейте. Может убить надо ее, не? Все, по одному этих пидоров бьет. Сами выбирайте. Не ауешь, бейте точно моб. Давай еще турей. Надо подбивать раньше этих пидоров. Да должно вроде засчитаться. Может, не время человек. У него спина по времени на руку. Он задает. Бейте мелких пидоров. Захиливай себя. Корни разбей. Добейте мелких, потом босса. Ну их, короче, одновременно надо убить. Да уже нет смысла, на Фрею нету стаков. Убейтесь, Фрею так. По
пропал, забери их, дерево убейте, сука. Остет. Все бейте тут золото. Это должно же вроде засчитаться, я не знаю. Не вовремя, не одновременно их убили. Надо было подбивать их, похуй, потом сделаем. Возвращаемся. Нахуй побьете этих мобов, бейте ее. Дара Нара появился. Она заебала откидывать. Да мне говори вообще. Рослая, блядь. Рослая. Дерзила, блядь. Все. Во, смотрите, кирдячевки получил. Дерево, что-то хуйня какая-то. Ладно, пошли дальше. Даже 4 очки. Так, портал Искра Воображения, спускаемся вниз. Значит, убиваем мобов. И, короче, делаем альтов 4. Когда зайдем все, проверим, есть ли на нас бой. Сначала мобов убьем сейчас в комнате. Вот, и будем делать пожарного. Я в ДЦ остаюсь, короче. Так, у нас времени час осталось. Сейчас пожарного быстро, йога плюс ноль, слезы делаем. Потом два моба убьем, там, кому надо, если шмот с них. Если не надо, то разойдемся. Там пожарить надо. Хотя бы чуть-чуть. Если там пока отойдет, мы если что релогнемся, он тоже придет релогнется там. Ну если не будет боя. Подходите танки сюда, собирайте этих пидоров, вокруг бегите. Вешается бой, это хуёво. Невидимые мобы тут говоришь, да, какие-то. Я тоже помню, кто блядь. Кот, я когда гемом был, тут вот залетаешь вот это вот сюда вот по льду, к йогу, тут стоит все платформы, стоят тимовые, вот. Допустим, у тебя эта точка, вот эта вот лужа, да, тут моб стоит дальше, там уже мобы, тут полным-полно. И какой-то моб, он задевается, на него весь бой. Боя нет? Ни у кого прям? Не. Ну хуй знает. Ну тебе говорю, главное тут масуха не бить, чтоб не задел твой моба и все. Как это триггер? А поставьте столик, пожалуйста. Ладно, раз Триси отошел, короче, давайте перекур устраиваем, короче, 5 минут. Идите все, чай налейте, попейте, кофе там, похавайте что-нибудь. Придем и будем делать пожарного. Четко, с первого трая. Мувик посмотреть. Без мелкей. Все, отошли.